У Беларуси з'явится система страхования от беспрацовья. В интернете на эту тему шмат пишут как журналисты, так и корыстальники. Меркаванні разделяются. Нехто лишит, что это добрая идея, иншие относятся скептично. Покуль же Министерство працы накировало свои пропановы по этим пытанням в аурад. У запланованных новациях разбиралась Марина Джалая. Министерство працы планує повысить допомогу по беспрацовье до узровню бюджета прожиточного минимума, а затем заменить его страховкой. Выплаты у памеры 100% БПМ смогут отримать звольненные за скорочение штата работников, коли 50% звольненные по уважливых причинах. Сумма страховой допомоги по беспрацовье, как планируется, будет осягать 60% средней зарплаты работника. Отримливать гроши можно будет на протягу 26 тыдней. 70% средней зарплаты заплатить у первые 13 тыдней и 50% наступные 13. Если будет принято, соответственно, все предложения, которые сейчас разрабатываются и вносятся специалистами, то это будет большое подспорье для безработных. То есть во время поиска или в период поиска работы, вот он будет действительно экономически немножечко поддержан, ну, не немножечко, а значительно поддержан. И, ну, наверное, у него будет больше шансов и быстрее найти работу. Тем часом средняя допомога по беспрацовью у Беларуси узросла. У разлику на одного беспрацовного и она повеличилась прикладно на 3 рубли. У среднем по краине эта сумма крыху перевышает 27 рублей и складая амаль 15% бюджета прожиточного минимуму. Больше за все платить людям, которые находятся у пошуку подходящей вакансии у нашей в области. Больше, как 30 рублей. Меньше за всех у Минску, амаль 24 рубли. Але не глядя на повышение, эти суммы остались абсолютно символичными. Очень важно человека поддержать, если он по независящим от него причинам оказался без работы. Но, конечно, поддержать можно чем? Естественно, если ему выплачивают 20 рублей, это небольшая поддержка, потому что все мы понимаем, что надо и коммунальные услуги платить, и кушать надо, и ряд других жизненных потребностей надо удовлетворять. До речи, зараз у экономицы Гомельской области занято каля 600 тысяч человек. Официально беспрацовными лечится прикладно 7250, а узровень беспрацовья складая каля 1,1% от экономично активного населения. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».